В бассейне пансионата найден мертвый директор продуктового рынка Николай Поташ. Смерть наступила от удара током. В воду упал обогреватель. Несчастный случай или убийство? Осмотр зоны отдыха при бассейне установил, что перед смертью Поташ был не один. По всей видимости, здесь была вечеринка и нестандартные переговоры. Почему же люди, находившиеся с Николаем, не сообщили о его смерти, а скрылись? Возможно, именно они причастны к смерти Поташа, или с ним расправилась жена, которой он регулярно изменял. А может, Николая устранили его заместитель Ляхов, который давно метил на его место?